23 января Ватикан заключает с крупнейшей интернет-компанией Google соглашение, которое предусматривает использование и размещение в интернет-сети фотографий, аудио-видеозаписей и другой информации о деятельности Папы Римского. Теперь увидеть эти материалы могут жители всех стран, всех религиозных и идеологических убеждений. Ватиканский канал на сайте YouTube вещает на английском, испанском, немецком и итальянском языках. Электронный адрес нового сайта www.youtube.com/vatican. В этот же день в Ватиканском зале печати представлено послание Бенедикта XVI ко Всемирному дню общественных коммуникаций. Так как сайт YouTube более популярен в молодежной среде, папское послание обращено прежде всего к молодежи. Новые технологии, то есть новые отношения. Эти два словосочетания Бенедикт XVI развивает, говоря о светлых и темных сторонах веб, этого исключительного потенциала новых технологий и опасных соблазнах тех, кто использует этот потенциал для введения в сеть слов и образов, унизительных для человеческого существа. Отец Фредерико Ломбарди, руководитель папской службы печати, говорит, что такой день вписывает новую страницу в историю Святого Престола.